Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и обещал, сегодня мы вплотную подобрались к важнейшему событию недели, экономический календарь, да и в принципе планы монетарного руководства этому только благоволили. Поскольку сегодня у нас серьезная среда, необычная, все-таки обещает отличиться ФРС, максимум внимания, осторожности на финансовых рынках, поскольку мы ждем каких-либо прорывных действий со стороны американского мегарегулятора. Я думаю, что в каком-то формате, наверное, непременно их дождемся. Сразу хочу сказать то, что итоги уже ФРС мы с вами подвести сможем только в понедельник, потому что, если вы помните, завтра состоится семинар в Санкт-Петербурге, у меня физически просто не будет возможности провести брифинг в нашем традиционном формате. Вернусь я только в пятницу, поэтому в понедельник мы с вами увидимся. Не переживайте, фундамент мы непременно наверстаем. Я не упущу ни одного события, которое запланировано у нас на четверг и пятницу. Соответственно, коснемся и среды, и четверга, и пятницы. И еще раз все резюмируем и посмотрим, как действовать дальше. От себя лично хочу, конечно же, пожелать вам непременно хорошей торговой сессии. И самый главный посыл, насколько бы вы не были уверены в той или иной сделке, ни в коем случае не злоупотребляйте с классическими правилами риск-менеджмента. И не нужно злоупотреблять с плечом. Это мое вам напутствие на сегодняшний трейдинг и важнейшие макроэкономические события, возможно, даже не только этой недели. Хотя можно уже точно говорить события месяца, как минимум, формата. Поговорим, разумеется, обо всем конкретней. Про ФРС мы... Точнее, о тех изменениях, которые могут произойти. Давайте коснемся все-таки тогда, когда перейдем непосредственно к доллару. Не будем нарушать наши традиционные сценарии. А каждый брифинг мы с вами стартуем, опять же, с оценки той динамики, которую показывает черное золото, Brent, WTI. После этого смотрим на рубль, а потом уже переключаемся на более традиционные, классические валютные инструменты рынка Форекса. По нефти. Клоз вчерашнего дня 30.91. Если есть возможность, открываем графики, смотрим то, что даже локальный хай был выше. И если бы нефть смогла закрепиться, опять же, рядом со своими максимальными уровнями дня, можно было бы смело говорить о том, что после 10% снижения, соответственно, мы увидели такое же 10% восходящее движение. Закрытие 30.91, сейчас 31.29. В целом, все равно настроение ничуть не меняется. Причина, вследствие которого Brent вчера порадовал локальных покупателей актива, если такие присутствуют, непременно, наверное, не воспользуюсь этим фоном. Но поскольку я все-таки делаю ставку на среднедолгосрочный анализ, вы прекрасно должны понимать то, что исходя из такой длительной оценки перспектив этого актива, у нас по-прежнему куда больше оснований, чтобы его распродавать. Поэтому практически не реагируем на эти локальные бычьи выпады, потому что понимаем, что рано или поздно Brent непременно пойдет вниз. Говоря про поддержку для нефти вчера, конечно же, это снова слухи о том, что ОПЕК может провести внеочередное заседание и достигнуть какого-то пакта, соглашения с прочими производителями энергоресурсов, выработать солидарную совместную позицию, комплексные меры, которые в конечном счете будут направлены на стабилизацию ситуации на рынке энергоресурсов и восстановление, ценового восстановления стоимости активов как Brent, так и нефти марки WTI. Нужно сломать этот долгосрочный понижательный тренд, который длится уже больше года. И сломать его возможно только в том случае, если все производители объединятся, скажем, поддержат идею того, что нужно какое-то общее солидарное решение и все-таки начнут полномерно снижать объемы производства. Но сразу хочу сказать то, что помимо этих позитивных ожиданий, вы должны понимать то, что основания для подобного вроде бы как совместного хода были еще по итогам декабря, когда состоялось очередное заседание ОПЕК. Но этой солидарной позиции мы не услышали. Страны понимают то, что это необходимо сделать, но какого-то единого мнения касательно того, что нужно все-таки изменить свой подход к текущим объемам производства нефти, мы и не услышали. Несмотря на то, что ОПЕК кичится буквально
на всех конференциях международных касательно того, что в одиночку мы не будем ничего делать, но если стороны продемонстрируют заинтересованность в координационных действиях, мы непременно поддержим эту позицию. Я хочу сказать то, что не все так просто. Прежде всего, почему не стоит сейчас надеяться на то, что это внеочередное заседание состоится, а даже если оно состоится, будет все-таки единое мнение, которое приведет нас к планомерному снижению объемов производства и, возможно, восстановлению нефти. Дело в том, что этого единства, о котором говорит ОПЕК, нет в рамках самого ближневосточного картеля. Почему? Потому что Саудовская Аравия уже ясно дала понять, что они не будут снижать объемы производства. Саудовская Аравия сейчас явно враждует с Ираном. Иран также сообщил о том, что продолжит свой план, который направлен на повышение объемов выработки. И мы уже говорили с вами про конкретные цифры, про конкретную статистику. И знаем то, что Иран действительно может нарастить объем производства до 500 тысяч баррелей в сутки. Это много, это еще больше увеличит предложение. То есть у нас Саудовская Аравия, у нас Иран, который является одним из ведущих производителей Саудовской Аравии и вовсе ведущий производитель в рамках ОПЕК, они не будут снижать объемы производства. Мы знаем то, что еще и Ирак, ко всему прочему, сообщил о том, что, может быть, высказал какую-то общую позицию, то, что ОПЕК и страны, входящие в ОПЕК, ну, большинство, по крайней мере, могут свободно и дальше добывать нефть традиционным способом, даже в том случае, если этот актив просядет в район 10 долларов за баррель. И учитывая то, что такая несостыковка мнений присутствует в рамках самого ОПЕК, понятно, что не нужно ближневосточному картелю уповать на все другие регионы, потому что этого единства нет в рамках и самого вот этого ближневосточного объединения. Значит, мы следим, конечно же, за этим поводом, который является поддержкой сейчас для нефти, возможны слухи о том, что это заседание все-таки состоится, но понимаем, что каких-то системных выводов и, может быть, правильных действий по факту этого заседания мы не будем наблюдать. А значит, снова продолжаем отторговывать те идеи, которые направлены на крайне избыточное предложение, на недостаточный спрос, и продолжаем готовиться к тому, что предложение будет расти, потому что ОПЕК, вот точнее Иран, только-только вот получил возможности задействовать дополнительные производственные мощности после снятия финансово-экономических санкций. Хочу отметить также, что сейчас на рынке после опубликованного, опять же, прогноза Всемирного банка, если у вас была возможность с ним ознакомиться, наверное, вы это уже сделали, если нет, не беда. В целом хочу сказать то, что прогноз очень мрачный, потому что оценка Всемирного банка была скорректирована по стоимости нефти на 2016 год больше, чем на 30%. Сейчас буквально все, если опять же резюмировать, не только Всемирный банк, а рейтинговые агентства, инвестиционные банки, самый лучший, скажем, уровень, на который стоит ориентироваться, это 50 долларов за баррель. Но и то, это как раз тот ценовой рубеж, который будет характерен для этого актива при самом оптимистичном сценарии до 2020 года. Я считаю то, что это маловероятно, ну, в плане того, что цены смогут вырасти до такого значения, поэтому снова акцентирую ваше внимание на то, что Brent еще не достиг своего локального дна. И вчера, как и в соответствии с статистикой, запасы нефти, API у нас традиционно частная оценка перед заседанием, точнее перед официальными данными от Минэнерго США. Если у вас также была возможность посмотреть эти цифры, думаю, что вы все уже знаете, насколько они выросли. Если нет, с большим удовольствием хочу сообщить о том, что запасы выросли на 11,4 миллиона баррелей за прошлую неделю. Это очень много. Это, по сути, максимальный прирост за много месяцев. Честно, даже не припомню, когда мы последний раз наблюдали такой скачок. Значит, у нас есть возможность дождаться, что и официальные данные от Минэнерго будут примерно рядом с этим значением. А значит, Brent локально, может быть, уже в рамках завтрашней торговой сессии, когда рынок успокоится, может быть, осознает то, что заседание, скорее всего, не будет, вернется снова к понижательному тренду и начнет активно распродавать и Brent, и WTI. Мы должны быть наготове, поскольку дальше будут старые значения, это закрепление ниже 30 долларов за баррель, а потом мы с вами пойдем в район 25. Российская валюта 78-79, и видим то, что рубль по-прежнему весьма динамично реагирует на стоимость энергоресурсов. Вчера по факту восстановления нефти мы и наблюдали укрепление курса российской валюты. Потом, когда
Пошел откат. Мы снова по рублю видели и котировки 80. Сейчас пара торгуется ниже этого сопротивления. В целом ничего не меняется. Мы по-прежнему уверены в том, что пара закрепится выше 80 и пойдет дальше на более высокий уровень девальвационного ослабления. Это значение 85. Поэтому от старых инвестиционных идей и старого подхода и ожиданий мы не отказываемся. Далее идем. Евро против доллара. Актуальная котировка 1.0859. По итогам вчерашней торговой сессии евро снова показала небольшой прирост, символичный, там около 20-25 пунктов. В частности, если копаться опять же в основе, которая могла стать причиной для этого роста, стоит зацепиться за крайне удручающие показатели китайского фондового рынка. Шанхайский композитный индекс просел больше, чем на 6%. И сегодня мы видим тоже отрицательное открытие дня, сейчас он проседает больше, чем на 2%. Но настроения очень быстро меняются на финансовых площадках. И, в принципе, вчера мы видели, что это действительно так. Потому что вслед за Азией Европа и США уже не негативили, а выбились в плюс и показали положительную динамику. Говоря про евро, хочу снова напомнить вам то, что потенциал роста существенно ограничен. Гораздо сейчас проще, выгоднее и, наверное, даже логичнее делать ставку на то, что этот актив можно распродавать, потому что об этом сигнализирует актуальный новостной фон, который указывает на кучу проблем, характерных для еврозоны. И об этих проблемах мы с вами регулярно говорим. Мы знаем то, что наше предположение о том, что главный валютный риск может просесть даже в район 1.05, это подтвердил и председатель Европейского центрального банка Марио Драги на прошлой неделе, который весьма недвусмысленно дал намек на то, что в случае ухудшения экономической конъюнктуры ЕЦБ не будет тянуть резину и задействовать все те инструменты, которые имеются у них в рукавах, как козыри. Это снижение процентной ставки, либо расширение программы количественного смягчения. Возможно, это произойдет уже в марте. И я уже отмечал, что если инфляция продолжит снижаться, индекс потребительских цен и дальше будет тяготеть к отрицательным значениям, значит, март у нас будет весьма интересным, прорывным, потому что помимо потенциальной решительности со стороны Европейского центрального банка, я думаю, что в марте отличится ФРС в очередной раз, подняв процентную ставку. Сейчас давайте собираться, настраиваться на серьезный месяц, который будет уже совсем скоро, но до этого также будет достаточно поводов, чтобы поспекулировать на тенденциях и трендах, характерных для рисковых инструментов. Экономический календарь вчерашнего дня по евро был практически пуст, да и в целом по глобальной экономике важных отчетов практически не было. По США только состояние сферы услуг и индекс потребительского доверия от Conference Board. В целом о них мы еще поговорим. На евро эта статистика не повлияла никакого влияния. Хочу отметить то, что вчера, если я уже отметил про рост, рассказал про рост фондового рынка, логично было бы ожидать то, что через восстановление европейской фонды можно было увидеть коррекцию европейского валютного актива, потому что это логичное следствие. Если растет фонда, значит, опять же, инвесторы традиционно хеджируют эти операции через распродажу евро-доллара. Вчера мы этого не наблюдали. Обычно это не совсем, скажем, тривиальное поведение для рынка. Может быть, это связано с тем, что все-таки в преддверии мы наблюдали трейдинг, опять же, столь важного события, как ФРС, и трейдеры не торопились занять им какой-то конкретной позиции, потому что понимают, что велика вероятность ошибки. Если ФРС просигнализирует о готовности повысить ставки, либо о планах по ужесточению монетарной политики, доллар получит серьезную поддержку, а рисковые инструменты будут падать. И в противовес этому сценарию, если ФРС все-таки воздержится от подобных комментариев и вообще не прольет свет на какие-то изменения, которые могут быть впереди, тогда евро сможет получить поддержку. Поэтому сейчас трейдинг крайне рискованный. Не забывайте о том, что по евро-доллару у нас по-прежнему сохраняется, опять же, лимитные ордера. Это в случае чего мы готовы выскочить на уровне 1.10, но все-таки надеюсь, то, что мы сперва доберемся до нашего профитного ориентира в районе 1.05. Сегодня, как я уже отметил, важнейшее событие – это ФРС, традиционно поздним вечером. По сути, остается 12 часов около того до этого события. Следим за американским мегарегулятором, ждем каких-то решений касательно изменения денежно-кредитной политики, либо ждем возможных намеков на то, что это произойдет в будущем. Есть ли основания полагать, что ФРС может поддержать доллар сейчас через вот эти
жесткий комментарий. Основания есть, потому что непременно ФРС будет отталкиваться от состояния рынка недвижимости, рынка труда, данных по инфляции, а по, скажем, этим секторам у нас есть больше позитива, чем негатива, потому что рынок труда находится на самых лучших уровнях 2008 года. Напоминаю, что тогда посткризисные периоды ФРС поставила цель добраться до уровня безработицы, точнее снизить его до 5% из 10%, эта цель реализована. Мы видим то, что растут рабочие места вне сельскохозяйственного сектора практически, вот в прошлый месяц около 300 тысяч, это крайне хороший показатель. И если такая динамика продолжится, уровень безработицы уйдет еще ниже 5%. Число заявок на пособие по безработице, еженедельный отчет, мы также констатируем уже около 53 недель или даже 55 недель, то, что заявки держатся ниже 300 тысяч, это добавляет еще больше позитива для этого сектора американской экономики. Инфляция у нас, объективно говоря, из-за снижения цен на энергоносители находится под давлением, и, в принципе, этот риск, он характерен для всех регуляторов. Но мы видим, как растут заработные платы. Месячный показатель прошлый оказался на самом лучшем уровне за последние полгода. То есть зарплаты выросли, и это настраивает американцев на увеличение потребительских трат, на повышенный спрос товара длительного пользования. Это может быть сигналом того, что розничные продажи окажутся в следующем месяце лучше прошлого отчета. И в целом это говорит о том, что американская экономика сохранит за собой статус самого динамично растущего развитого рынка. Ну и что касается рынка недвижимости, здесь у нас тоже весьма такой логичный вывод, который мы можем сделать о том, что в преддверии дальнейшего повышения ставок сейчас спрос на недвижимость с точки зрения ипотечного кредитования будет расти. И по рынку недвижимости у нас также хорошая статистика, что в целом позволяет нам уже вкупе анализа рынка труда, данных по инфляции и сектор недвижимости говорить о том, что ФРС может сделать несколько комплиментов американской экономике и, конечно же, поддержать нашу идею, которая направлена на возможный рост доллара против всех конкурентов в прямом смысле и рисковых инструментов, ну и японского актива, такого защитного оппонента. Ждем уровень 120, мы видим то, что пара USD-иена планомерно приближается к этому сопротивлению. Доллар вчера, кстати, доказал свое право на лидерство после крайне негативного начала дня из-за ослабления шанхайского композитного индекса, когда снова трейдеры стали переводить свои капиталы из рисковых инструментов в защиту, поэтому спрос вырос на иену. После этого все-таки настроения изменились, и к концу дня доллар все-таки смог оформить бычью свечу и оказался лидером против японского валютного актива. Помимо того, что мы ждем от ФРС, мы знаем то, что еще в фокусе нашего внимания остается Банк Японии. Ориентирую вас на заседание этой пятницы. Еще раз напоминаю, что итоги подвести мы сможем только в понедельник, в момент нашего следующего брифинга. Но вероятность того, что Банк Японии порадует трейдеров, особенно тех, кто делает ставку на возможность дополнительных мер поддержки, присутствует. А значит, это еще один фактор, который может разгрузить японский валютный актив и поддержать, соответственно, доллар. USD-иена. Ждем 120, take profit 125, стоп-лосс 118,5. Евро-доллар. Продолжаем находиться в канале. Здесь, в принципе, все без изменений. Фунт против американцев вчера, вопреки ожиданиям, показал очень уверенную бычью динамику. Если есть возможность, посмотрите на 5-минутный таймфрейм. Буквально с 12 пополудня вчера и до конца торговой сессии был стремительный рост, очень серьезная бычья динамика, без какого-либо локального отката. Ну, если он и был, то не больше 30 пунктов. Фунта действительно везли вверх, и этот рост наблюдался даже несмотря на факт состоявшейся конференции Карни вчера, где он в очередной раз сообщил о том, что Банк Англии следит за состоянием мировой экономики и понимает то, что, точнее, обеспокоен, крайне обеспокоен ожиданиями по более низким темпам экономического восстановления из-за влияния глобальной экономической рецессии. Также Карни сделал снова
акцент на то, что в связи с этим ставку повышать, если удастся, только не раньше 2017 года. И, наверное, это еще одно подтверждение, которое мы можем интерпретировать как подготовку к довольно слабым данным по ВВП, которые будут опубликованы уже завтра. Я считаю то, что если до этих пор фунт не развернется, то завтра уже постфактум выхода слабого отчета по ВВП, все-таки давление на фунт будет более, соответственно, определяющим, и мы сможем пойти вниз. Что касается и идеи, рекомендую использовать следующий ордер. 1.4190, точнее, одну секундочку. Sell stop 1.4270, take profit 1.41, stop loss 1.4330. Если все-таки коррекция по этому рисковому инструменту пойдет, может быть, по факту роста американца, значит, мы сможем оказаться в рынке и добраться до нашего профитного ориентира. Далее идем. Австралиец против доллара. У нас sell stop с уровня 0.69, take profit 0.68, stop loss 0.6940. Эта идея по-прежнему актуальна. Сегодня утром вышли данные по индексу потребительских цен. Отчет 0.4% против прошлого 0.5%. То есть слабая статистика дает нам возможность спекулировать на тему возможного снижения процентной ставки. И помимо этого национального фона я все-таки продолжаю делать ставку и на то, что и доллар также способен потеснить позиции и австралийца, и новозеландца. Соответственно, идею держим в рынке. Если коррекция пойдет, сможем также прокатиться на этом локальном откате. А вот каким уже следующим долгосрочным ориентиром будет для австралийца, это, наверное, значение уже 0.65. Но об этом мы поговорим дальше. Новозеландец против доллара. Здесь стоит ориентироваться еще на публикацию ставки. Сегодня в 23.00 по московскому времени. Сейчас она держится на уровне 2,5%. Если говорить в целом про ожидания рынка, практически никто не верит в то, что Резервный банк Новой Зеландии может ее снизить. Но я все-таки предлагаю вам не упускать из вида такую возможность, потому что основания для этого действительно есть. Это, опять же, снижение цен на молочную продукцию после прошедшего аукциона на прошлой неделе. Это состояние Китая. Между прочим, барометром сейчас чрезмерной слабости китайской экономики выступает Шанхайский композитный индекс. Получается, если вчера больше 6% по потери, наверное, даже 6,4, если уж быть точным. Сегодня больше 2%, получается около десятки, 10% капитализации всего китайского фондового рынка за 2 дня. Это, конечно же, очень много. Соответственно, этот негатив можно уже транслировать на одного из ведущих стратегических партнеров Китая, на Новую Зеландию, и поискать, может быть, даже в этом поддержку для нашей идеи, связанной с тем, что регулятор, опять же, национальный регулятор Новой Зеландии может снизить процент ставку. По крайней мере, эту спекуляцию не забываем про нее, держим руку на пульсе и готовы в случае чего поймать коррекционную динамику. Чтобы ее поймать, у нас есть отложка. Еще раз напоминаю, это sell stop с уровня 0.6395, take profit 0.63, stop loss 0.6430. Эта идея по-прежнему сохраняет актуальности. И про золото хотел сказать. Золото сейчас растет. В принципе, позитив характерен для всех драгметаллов. Это в целом является отражением, опять же, того негатива, который идет со стороны Китая из-за снижения Шанхайского композитного индекса. Но, как я отмечал вчера, уже, наверное, мы наблюдаем сейчас с точки зрения позитива и бычьей динамики практически потолок. Значит, вот-вот пойдет разворот. И, возможно, он случится уже сегодня, если доллар получит долгожданную поддержку. Поэтому наш ордер sell stop 1107, take profit 1070 и stop loss 1125 – это тот ордер, который также рекомендую оставлять в рынке, потому что если сегодня сценарий, опять же, будет реализовываться по тому плану, который мы наметили, можем добраться и до, скажем, этой отложки и поспособствовать тому, чтобы она оказалась в рынке. Собственно, на этом все. Еще раз напоминаю из важных отчетов сегодня. 18.30 по московскому времени. Следим за данными от Минэнерго США. Настраиваемся на то, что запасы вырастут, и это может оказать давление на нефть. Ну и уже самый важный отчет. 22.00 по московскому времени. Ставка ФРС. И после этого конференция монетарного руководства. Ждем поддержки для доллара.
Увидимся с вами уже в следующий понедельник. Напоминаю, что если у вас есть физическая возможность поприсутствовать на завтрашнем семинаре в Санкт-Петербурге, буду рад вас всех видеть. Если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube, либо на форуме Markets в аналитическом разделе. Хорошей вам торговой сессии. Соответственно, не злоупотребляйте с рисками, контролируйте плечо. Это очень важно, потому что сегодня мы будем наблюдать очень серьезную волатильность. Всего доброго, до свидания.